даже неплохо чукчане создавали. Да, и здесь создавали олимпийцы, и тут же вторая шайба уже в ворота хозяев летела. Здорово этот гол. Но двоих Васин и Хулапов организовали. Турнирная таблица может быть приемлемым. В прошлом сезоне сотрудничали олимпийцы с Челнами. И здесь еще один момент. И что, третья шайба в воротах? Да, да, да. Третья шайба реализует большинство армейцы. И здесь здорово. Бригада большинства все расчертила. Ленин. И бросок, ну ничего себе! Ну ничего себе! И звезда сегодня себе позволяет буквально все и в меньшинстве забрасывает. Опять же, вот что можно сказать? Сегодня прессинг работает, и, по-моему, это хитрик. По-моему, это Хулапова.